В Октябрьском районе Бишкека рейд выявил почти 100 должников. Один из них – Валерий Ким. По словам абонента, долг вырос по ряду причин, включая кризис из-за пандемии. При попытке отключить дом от газа, мужчина не впустил сотрудников Бишкекгаза на свою территорию. Я впущу их в дом, и они обрежут меня, если будет решение суда или досудебный порядок. Если досудебный порядок, будет вынесено решение. До этого мужчину не раз оповещали о необходимости погасить задолженность. Абонент платил при возможности, но в итоге задолжал 120 тысяч сомов. После разъяснительной работы он обязался выплатить всю сумму. Ни со зла, ни специально, как бы не аферист, хотят обрезать. Но я опять же ребятам объясняю, что не специально. Да я потихонечку пытаюсь собирать, потихоньку. Вот последнее же говорю, 20 тысяч я оплатил. Это было месяц назад, по-моему, да? Да? Вот, девушка не даст соврать. То есть, как бы, появились деньги, я сразу оплачиваю. То есть, и одномоментно просто не получалось. И, в течение прошлого года, действительно, денег не было совсем. А это дом еще одного местного жителя, который задолжал 65 тысяч сомов. Поговорить с мужчиной не удалось. Он не стал открывать двери. Такой большой долг накопился за 7 месяцев. У него долг образовался в 2020 году. По сегодняшний день, вот 7 месяц, август 2021 года, он не оплачивает. Ну, мы должны обрезать его к нему. Ну, вы знаете, частная собственность люди как бы игнорируют. Не пускает домой, и мы не можем просто так вломиться к нему домой и обрезать. Ну, мы и претензии, предупреждения ему оставляли. По результатам рейда была приостановлена подача газа одному из абонентов с общей суммой задолженности свыше 50 тысяч сомов. Отметим, что абонент дал согласие на приостановление подачи голубого топлива. Здесь домостроение подключилось в 2020 году. Со дня установки у абонента нет возможности оплатить долг, использованный. Долг. Поэтому ежемесячно, значит, я предупреждала абонента, приносила претензии, предупреждения об оплате. Также абонент знает, что если более 3 месяцев абонент не оплачивает, мы имеем право обрезать абонента от домостроения, от газоснабжения. Поэтому сегодня мы абонента отключаем. По филиалу «Бишкекгаз» компании «Газпром Кыргызстан» задолженность населения составляет 110-120 миллионов сомов. Работа по взысканию долга должников будет продолжена вплоть до отопительного сезона, отметили представители компании. Основная масса людей добросовестно оплачивает. Тем не менее, сегодня мы проводим работу по обрезке именно злостных неплательщиков. Те люди, которые на наши уговоры не реагируют, мы отправляем претензии, мы отправляем предупреждения, проводится разъяснительная работа с самими абонентами. Кроме того, проводим работу с органами местного самоуправления для того, чтобы повлиять. Но тогда, когда эта работа не приводит к успеху, мы приходим к последней мере. Последняя мера – это обрезка от газоснабжения. Общая сумма долга по всей республике составила порядка 200 миллионов сомов. Для своевременной уплаты задолженности «Газпром» организовал акцию. По этой акции должники оплачивают только сумму долга, а пеня списывается автоматически. Эта пеня, она не критична, нам она не нужна. Нам главное, чтобы оплатили то, что потребили. Акция действует в период с августа по октябрь. То есть мы ее сейчас в августе запустили. В сентябре и в октябре у всех абонентов будет возможность погасить сумму задолженности без пени. Напомню, что не допустить обрезку от газопровода выгодно вдвойне. Повторное подключение обойдется примерно в 3000 сомов и будет возможно только после полной уплаты долга. Мирима Саналиева, Мирмбек Чупекулу, ЛТР, Бишкек.